Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал «Глобальный вопрос». Сегодня мне поступила просьба о помощи. Давайте сначала посмотрим, пускай эта женщина сама о себе расскажет, а потом я еще вам кое-что скажу. Ну, начни с самого начала. Расскажи, что у тебя произошло за это время и что за беда у тебя? Что за беда? 8 лет жила с мужчиной, который сейчас так, мягко сказать, нейтрализовался из жизни. Вот, положение очень сложное. На съемной квартире живу с сыном. Ребенок в 7 классе учится. Пенсия, естественно, не очень большая. То есть, по сути, оплатить квартиру, коммунальные услуги, школу и все. Практически ничего уже на жизни вообще не остается. А за квартиру сколько платишь? За квартиру 9 тысяч плюс коммунальные услуги. Для сына в школу очень большие траты, да? Для сына, помимо того, что собрать в школу, все там, форма, не форма, все принадлежности. Так еще и в школу надо платить. Постоянно нужды класса, нужды школы, то ремонты, постоянно какие-то нюансы такие есть. И как у тебя вообще финансовое положение на данный момент? На данный момент никак. Куча долгов. Рита, расскажи, пожалуйста, о своем физическом состоянии. О физическом состоянии. Инвалид первой группы по зрению. Естественно, сейчас будут возникать проблемы, дополнительные затраты. Потому что, ребенок ориентируется, не полностью еще. Не было такой необходимости узнать весь город, чтобы не было у него такой нужды. Когда вот жила с мужчиной, как-то в этом плане было гораздо легче. Но сейчас, естественно, наверное, будет возникать необходимость обращаться за помощью к социальным работникам в качестве сопровождения. А это, опять же, таки тоже дополнительные средства. Друзья, как вы поняли из вышесказанного, эта женщина инвалид по зрению. Плюс ко всему у нее сын, который сейчас ходит в 7 класс. Мужа у нее тоже нет. Водить ее по городу некому. В общем, у нее полная беда. Денег нет, квартира съемная. Конечно, благодаря мужу она съемная. А сейчас она одна. Денег ни на что не хватает. Так что, если у кого есть из вас возможность... Вы извините, я нормально сейчас даже говорить не могу. Если у кого есть возможность, помогите этой женщине. Помогите ей финансово. Номер карты, ее карты Сбербанка... будет в описании. Кому это не безразлично, помогите. А с вами был канал «Глобальный вопрос». До скорых встреч и всех вам благ. Я верю в добро, друзья.